С 3 октября в Казанском федеральном университете стартует фестиваль «День первокурсника-2018». На фестивале свою программу представят все институты КФУ. В преддверии концертов мы решили опросить студентов вуза. Вопрос был один. Какой институт в этом году станет обладателем первого места? Я очень жду выступления ИТИС и надеюсь, что они покажут хорошую программу, потому что в том году они показали очень хороший рост. Мы думаем и СНИМК. СНИМК – это мощь. Да. Я за ЕВМИД. Полностью отдаю свои. Как так? Так, я не понял. Конечно, химический. Типа, здесь даже не обсуждается. В наших мечтах это институт физики. Да. Конкуренция обещает быть жаркой. За последние 4 фестиваля отметились 2 структурных подразделения. Первое место занимали команды Института филологии и межкультурных коммуникаций и Института международных отношений КФУ. Удастся ли им продолжить традицию побед, решать вам. В группе телеканала «Универ ТВ» будет проведено официальное голосование за победителя. Также мы проведем прямые трансляции с фестиваля. Артем Тупичкин, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, «Универ Ньюс».